Ба, знакомые лица. Да это наш Леня Голубков. Что-то он невеселый. Да вот, экскаватор пришлось продать. А завод мы с друзьями так и не построили. А это его сын, Михаил Голубков, со своей девушкой Юлей. Па, ты что такой грустный-то? Меня на улице спрашивают, когда вы снова на экране поедете. А мне сказать людям нечего. Даже в глаза глядеть стыдно. Денег не хватает, даже за квартиру заплатить. Ну на, возьми деньги, потом как-нибудь отдашь. Откуда у тебя деньги? Ты же на стипендию живешь. А я вложил ее в доллары новой системы МММ-2011 и заработал дивиденды. Это же новая финансовая пирамида. И через 17 лет ты решил опять наступить на старые грабли отца? Дюралей ты, Мишка. Может, Мавродий денег решил заработать? Все операции проходят только между самими участниками. А сам Мавродий даже пальцем не сможет прикоснуться к деньгам. Как это? Все деньги у самих участников? А вот так. В МММ-2011 никто не отдает деньги какой-то другой фирме. Например, деньги можно положить в банк, в WebMoney, ну или в любую другую платежную систему. Так ты что, теперь решил стать халявщиком? Я не халявщик, я партнер. Все же, МММ это добро или зло? Это социально-финансовая сеть. Просто церковь это получается. Ну а какие у вас проценты? МММ-доллары вырастают в месяц на 20-30%. За год деньги увеличатся в 9 раз, а для пенсионеров 24 раза. Теперь я точно знаю, куда я потрачу эти деньги. Надо жене шубу из ломбарда выкупить. Вот Рита обрадуется. И мне шубу, милый. Я дал тебе деньги, вложи их в МММ доллары.